Каковы тенденции развития российско-китайских отношений на современном этапе? Об этом в интервью нашим корреспондентам в преддверии визита президента России Владимира Путина в Китай рассказал заместитель председателя Госдумы России Александр Попагов. Прошлый год был ознаменован беспрецедентным ростом товарооборота. Мы превысили эту планку, которую задали в экономической сфере наш президент Владимир Путин и товарищ Си, связанную с тем, чтобы достичь уровня 200 миллиардов долларов товарооборота. Мы, как вы знаем, превысили этот показатель. И сегодня можно сказать, что только нарастающим темпом продолжается экономическое сотрудничество. Но очень важно то, что мы сегодня понимаем, что это не просто товарооборот, это уже выход на партнерство в различных отраслях, где мы говорим уже о совместном производстве, о совместных разработках технических, научных. Мы говорим сегодня о сближении позиций наших в гуманитарной сфере. И не зря мы обмениваемся очень важными событиями и объявляем из года в год какую-то особую тему, которая объединяет наши государства, наши народы в гуманитарной сфере. Сегодня наши страны демонстрируют то, что интерес к обеим сторонам, он не имеет границ. Фактически и наши руководители поддерживают стремление наших народов еще глубже узнать друг друга и тем самым сблизить позиции, в том числе и в политической сфере.